Слева молот, справа серп, а напротив меня Михаил Шахназаров, автор одноименного романа, журналист, публицист, писатель. Михаил, а вы кем себя в большей степени ощущаете? Журналистом, публицистом, писателем, спортсменом или бизнесменом? У вас в прошлом тоже был такой опыт. Да вот я как-то даже не думал, что стану там, публицистом и писателем тем более. Вот, как-то вот шлейф бизнеса, он такой достаточно длинный, как-то все равно преследует. Вот такое впечатление, что это все сзади. Ну, просто я после армии сразу как-то вот в эту среду влился. Ну, я себя считаю, вот, это не штамп, это без шуток, но я такой свободный вот человек, который... Как хочу, пишу, хочу, в хоккей играю, да? Ну, с хоккеем уже, наверное, все-таки история такая. Там, я выхожу на лед иногда, но это такие какие-то ветеранские, то сейчас за коленки, к сожалению. Не был давно, но это такая любовь, религия, наверное, вот, хоккей. А по поводу литературы, конечно, хотелось бы писать больше, но дело в том, что это такой процесс глубокого погружения, и вот иногда не хватает мне концентрации, не хватает вот этой команды «сядь и пиши», поэтому, что обидно, на самом деле, но я надеюсь, что все-таки что-то... Вы прилетели в Крым по приглашению международного медиаклуба формата А3 на встречу, публичную встречу. Тема заявлена как «Российские медиа. Степень свободы». А нужно ли ограничивать эту свободу СМИ? Понимаете, в чем дело? Наверное, все-таки ж да. Объясню почему. То есть вот когда мы говорим о цензуре, когда мы говорим о каких-то запретах, у нас же как вот слово говорит, когда слово «цензура» произносится, то все, это плохо. Раз цензура, значит, это какие-то жесткие рамки, значит, это усечение всего, значит, это вот мы наступили кому-то на горло и так далее. Это на самом деле не так. Потому что если посмотреть, с другой стороны, на слово «вседозволенность», которое появляется во многих СМИ, и уже в некоторых СМИ это стало нормой, я не говорю о желтизне, я говорю именно о вседозволенности, то тогда цензура необходима. Потому что... Вот, допустим, ну, взять вас, меня, да, мы же какие-то рамки знаем, да, но иногда вот у меня у самого бывает, я как-то теряю вот этот так называемый самоконтроль, и, ну, это что, говорит, человека понесло, да, ну, бывает же, бывает у каждого. Лично вот, ну, у людей эмоциональных это встречается чаще, ну, и нужен человек, который тебя тормознет. В СМИ это какой-то орган, который должен вот этим заниматься. Ну вот на факультете журналистики часто говорят, что журналист должен быть беспристрастен, да, он, по сути, не должен иметь своего мнения или ни в коем случае его не выносить в своих материалах. Но вот на сегодня ситуация меняется, да, все меняется. И должен ли журналист где-то продвигать свои идеи или все-таки необходимо быть сторонником классической этой беспристрастной журналистики? Понимаете, в чем дело? Меняется время, меняется сам подход к журналистике. Что значит беспристрастное? Вот, допустим, диктор телевидения, он должен быть беспристрастным. Он должен выйти, отчитать новости, ну, если это новостная программа, да, и на этом как бы завершить свою встречу с телезрителями. А если аналитическая программа? Как журналист может быть, вот, допустим, как он может быть беспристрастным, да, вот, ну, вот, по большому счету? Возможно это? Но он может анализировать в утопической форме, может быть. Хорошо. Но если журналист имеет какое-то мнение, то вот он, формат... Оно же... в любом случае будет проскальзывать. Ну, естественно, это безусловно. Вот возьмем, допустим, спортивного комментатора. В советское время было золотое правило, то есть вот во времена там Николая Николаевича Озерова, Перетурина, Маслаченко, царство им небесное. То есть было четко, комментатор наш, вот, который комментирует матчи там, чемпионата СССР по хоккею или по футболу, он ни за кого не болеет. Было-было. Но все равно это проскальзывало, что ах, вот как там тогда. Я не говорю о международных соревнованиях. И то просили быть сдержаннее, насколько я знаю. То есть вот это есть. Поэтому, когда речь заходит о беспристрастности и о том, что журналист должен держать свое мнение при себе... Ну, это невозможно. Если человек пишет аналитический материал, он свое мнение высказывает в этом аналитическом материале. Это так, так.
Ну, объективно, журналист — это уже не какой-то ретранслятор информации. Абсолютно. Да, все-таки, наверное, солдат на поле информационной войны, учитывая реалии. Вот сейчас идет действительно мощнейшая русофобская кампания, да, которую подогревают и западные страны, да, и близлежащая Украина, и ряд других наших недоброжелателей. Но в этом случае как ей противостоять? И нужно ли, может, стоит в целях самообороны напасть первыми? Понимаете, в чем дело? Вот эта вот новая терминология в стиле там, гибридная война. Вот, честно говоря, я вот этого не понимаю. Что значит гибридная война? Война идет, вот и в Донбассе идет война. Война идет и на полянах, вот, где журналисты между собой начинают как-то, ну, не то, что выяснять отношения, да, тут кто, у кого мощнее пропаганда, но это так и есть. Но я хочу сказать такое, что, допустим, то, что русофобская кампания существует, и мы видим ее плоды, это факт. Это факт. Чем он подкреплен? Когда начинается борьба с русским языком, это говорит о чем? О том, что идет борьба со всем русским. То есть, ну, запретим русские книги, запретим русские, то есть передачи на русском языке, да? Запретим фильмы на русском языке. Ну и что? То есть просто вот так взять и выжечь все русское. Переименуем улицы. Михаил, ну мы можем тоже что-то запрещать. И вот я приведу ваше высказывание. Наказывать надо только экономически, когда нечего жрать, приползут все. Вот вы говорили тогда это было, о Польше, да. Но применим ли такой подход к другим? Не только к Польше. Ну а почему нет? Не, ну вот хорошо, допустим, под боком живет какая-то страна, в которой много русских. Я сознательно не употребляю термин русскоязычное население. Нет русскоязычного населения. Есть русские ассимилированные, которые иногда показывают рвение в борьбе со всем русским, к сожалению, еще больше, нежели те, кто их ассимилировал. Да? Есть русские люди, которые хотят, чтобы их дети получали образование на родном языке, читали книги на родном языке, смотрели фильмы на родном языке, ходили в театр, где идут постановки русских классиков, которые играются на русском языке. Вот и все. И когда борьба начинается со всем русским, об этом стоит, конечно, ну, задуматься. Что мы можем противопоставить? Экономические санкции, как я уже говорил. Ну, потому что они самые действенные. Вот и все. Ну вот на сегодня многие звезды весьма осторожно, да что говорить, с 2014 года весьма осторожно относятся к крымскому вопросу, да, стараются не делать каких-то лишних заявлений. Все-таки 40 миллионов зрителей, слушателей на Украине. Да, там против... уже нет, по-моему, столько. Ну, пусть меньше, да. Но там против 2,5 крымчан, да, условно, это несопоставимая разница. А вы практически сразу поддержали идею воссоединения Крыма с Россией. А вот что для вас Крым и крымский вопрос в целом? Не боитесь ли вы каких-то украинских санкций? Может, вы есть на миротворце, нет? Я не знаю по поводу миротворца. Я неоднократно бывал на Украине до 2014 года. Да, правда, вот больше я бывал, конечно, в юности, потом вот именно по делам бизнеса в 90-е достаточно часто ездил. Прекрасная страна. Я во многих городах был. Да? И то, что сейчас происходит в ней, в этой стране, для меня больно. Но дело в том, что я это наблюдал уже. Да? Вот своими глазами видел, как это происходит в других республиках бывшего Советского Союза, скажем так. По поводу Крыма я, естественно, безмерно рад, что это произошло. Я даже вот эмоционально воспринял это, прям вот очень эмоционально, присоединение. Это исконно наши земли. Какие могут быть разговоры? Я не меняю свои позиции, как некоторые, знаете, как говорили, вот давайте там взвешенно подойдем к этому вопросу и так далее. Нет. И это никакой не радикализм, это история государства российского. Вот надо просто ее посмотреть, честно прочесть, да? Потому что некоторые же как читают не между строк, а читают так, как им хочется прочесть. И понять, что я, допустим, рад, вот я, что я здесь, я третий раз уже с 2014 года прилетаю в Крым. Мне здесь очень все нравится. Изменения какие-то? Изменения очень большие. Ну, хотя взять аэропорт,
Мы первый раз прилетали в этот, ну, небольшой такой. Старый терминал. Старый терминал. Сейчас просто аэропорт шикарный. Он такой вот мощный, красивый, легкий в то же время. Великолепный. В Ялте, ну, Ялта действительно, вот, конечно, там то, что это жемчужина, но это город с какой-то просто сумасшедшей вот аурой. Туда попадаешь, реально не хочется уезжать. У меня мало таких городов, вот, которые ты приезжаешь, и тебе хочется там остаться на продолжительное время. В Ялту вот честно влюблены. Ну, а с другой стороны, послушать украинские СМИ, так и мост картонный, и дороги не настоящие в Крыму. Ну, кстати, ну, вот море, соседи... Да, море, да, в ванной снимали. Да, уже не то. Соседи, они только вчера праздновали годовщину Майдана, очередную, юбилейную, 5 лет. И Майдан, да, по сути, люди стояли за европейские ценности. Михаил, вы долгое... родом из Латвии, да, долгое время прожили там. Латвия уже давно Евросоюз, да, вот жизнь Европы. На ваш взгляд, и вот эти европейские ценности, какие они? Честно, я не знаю, что такое европейские ценности. Вот правда. Если однополый брак — это европейские ценности, ну, то значит, я далек от европейских ценностей. Значит, я дикарь. Если усыновление детей гей-парами — это европейские ценности, значит, и дети мои будут далек окончательно от этих ценностей. Что касается жизни в Евросоюзе, нужно понимать, что Евросоюз четко делится такой невидимой границей. Когда начинают говорить первые страны первой скорости, вторые, ребята, не Формула-1. Это такое образование, для меня, честно говоря, ну, такое трудно понимаемое. Потому что после, допустим, если у меня какие-то сомнения были, то после шага Англия вон из Евросоюза, да? То есть они вышли. А Англия тонко чувствует. Практично главное. Да, теперь уже поляки кричат «полэкзит». А то, что они будут одними из первых, вот никаких сомнений не возникает. Так вот я о чем хочу сказать. Нету никаких первых, вторых скоростей, пятых, шестых, как в формуле. Есть страны богатые, есть бедные. В богатых странах живут хорошо, ну, хорошо. Отстегивая деньги на страны бедные и возмущаются этим. В бедных странах живут, к сожалению, плохо. И с каждым годом все хуже и хуже. Вот и о каких ценностях мы можем говорить, если люди плохо живут? Вы сравнительно недавно осели в Москве, до этого курсировали, как в песне, да, «Рига-Москва». Я бываю в Риге. Ну... Бываете, да, но уже в большей степени... Ну, живу я в Москве, России, да. Вот почему для... ПМЖ, наверное, можно сказать, да, постоянное место жительства, выбрали именно Россию, а не ту же Европу, условно благополучную, в которую так сильно многие хотят. Понимаете, в чем дело? Вот если, допустим, я люблю Скандинавию. Вот с детства так, вот правда люблю. И могу сказать одно, что в Скандинавию, если переехать, никогда ты там не станешь своим. Вот ты близко к пониманию их, вот, к их пониманию мира ты никогда не приблизишься. Они смотрят на мир совсем по-другому. То есть ты как, ты вот, они для тебя инопланетяне, ты для них инопланетянин. Если ты приедешь в Германию, ну, там как бы диаспора, да, то есть шанс как-то, ну, влиться, привыкнуть и так далее. Но здесь нужно учитывать тот факт, что я уже не в том возрасте, когда ты приехал, о, все начинается, сейчас мы тут выстрелим. Нет. Вот. Хотя я не считаю себя старым человеком, но тем не менее. Вот. И поэтому, как бы, ну, я пишу на русском языке. Я воспитан на русской культуре. Во мне очень много кровей, на самом деле. Но вот я впитывал с детства все русское. Я читал русские книги очень много. Я обожаю классику российскую. Я обожаю фильмы СССР производства, подчеркиваю. Да, многие. Пересматриваю мультфильмы. Вот у меня сын подрастает, тоже советские. Люблю. Кстати, неплохие российские мультфильмы очень появились. Вот. Поэтому, ну как, это мое. Но видите, вы даже говоря о фильмах, мультфильмах, в большей степени говорите о советских. Да? Однажды вы сказали, что даже в 90-е годы, когда все было очень сложно, да. Да, люди творческие, они старались как бы вот эту грань соблюдать. А на сегодня, я процитирую, на сегодня они способны растоптать святое ради популярности и денег. Сейчас не думают, а делают. Наверное, потому что сейчас можно все.
У нас все так плохо в творческой сфере, я имею в виду съемки фильмов, мультфильмов. Там. Не, мультфильмы хорошие есть. Я могу даже сказать, какие смешарики, фиксики. Вот это «Маша и Медведь» — очень хорошие мультфильмы. Я сам много из них узнаю, но если говорить... Я уже песенки наизусть знаю. Если говорить о вашем этом высказывании, то есть получается, чем лучше общество живет, вот в данном случае, да, по сравнению с 90-ми годами, тем оно в большей степени склонно думать не о ценностях, а о материальных благах. Понимаете, в чем дело? В России много проблем, и одна из них, это очень большая проблема, это насаждение непрофессионализма путем блата. Да, вот если в советское время по блату можно было достать колбасу вареную или шмотку, ну или сервелат там, допустим, то сейчас по блату можно выторговать должность себе какую-то, да, можно получить деньги на фильм какой-то. Я вот, допустим, посмотрел, это не реклама ни в коем случае, «Богемскую рапсодию», фильм про группу Queen. Я за долгое время первый раз видел в жизни, чтобы люди сидели до последнего титра. Титры шли, люди сидели, не вставали. Кто-то стоял, плакал, рыдали люди. То есть вот это был, это мое субъективное мнение, мощнейший фильм. Профессионально сделанный, но сделанный с любовью. Вот именно. К творчеству группы Queen, к своей профессии, я имею в виду профессию режиссера-сценариста. А почему вот у нас такого не появилось? Или фильм «Жизнь других», один из моих любимых фильмов. Про немецкий фильм, про конфликт драматурга и разведки Штази, про ГДР фильм. Это сумасшедший фильм, который действительно заслуженно взял Оскар, еще 60 призов в год выхода, 10 лет, по-моему, в этом году. Почему я не вижу таких? А чего нам не хватает тогда, чтобы снимать такие фильмы? Нам фильмы надо снимать, а не бюджеты осваивать, как в некоторых случаях. Фильмы снимать, художественные фильмы, чтобы люди сидели до последнего титра, вот как на «Богемской рапсодии», и смотрели вот этот фильм со слезами на глазах. Ну, наверное, это вот к тому, к вашему следующему высказыванию о том, что сегодня писателей в стране больше, стало читателей? Больше, чем читателей, да, наверное, мы тоже можно соотнести. Но, с другой стороны, что, писать могут только избранные? Вы же тоже пишете, тоже писатели. Другой вопрос, что люди выбирают для чтения. Не, ну хорошо, я прилетаю, допустим, в Шереметьево. Подхожу за минералкой. Ну, стоит минералка, и рядом стоит вот такой вот, ну, это том, наверное, или подарочный альбом какой-то. Ольга Бузова, 7 тысяч рублей. Ну, вот вы мне после этого что? Вот, или, допустим, я захожу в дом книги «Москва» там, или на Арбате. Дом книги. Что я там вижу? Там 10 изданий доктора Малахова. Там «Лечение какими-то огурцами» и так далее. А прозе, ну, есть великолепная проза, да, российская, есть великолепные авторы. Но есть масса литературы абсолютно серой, написанной какой-то, каким-то вообще непонятным русским языком, которая продвигается благодаря способностям вот пиар-менеджера, человека, который ее написал. Но самое страшное, что вот у американцев есть такая пословица, она может там, или он может продать мертвого ковбоя, да. У нас научились этих мертвых ковбоев продавать. То есть люди вот читают откровенную галиматью. Фейсбук же, он как зеркало в каком-то роде, да? Как микроскоп такой. И вот читают полнейшую ахинею, набор слов, от которых вообще надо ограждать детей. И пишут, вас должны преподавать в школе. Михаил, но с другой стороны, вот если, вот вы как читатель, вы бы когда-нибудь купили, условно, творение, в кавычках, той же Бузова или Малахова? Ну, я не куплю. Я объясню, почему. Но тут от воспитания все зависит много. Допустим, вот мы в детстве после, ну, в советское время шли, после тренировки там делать нечего, шли в кино. Подходим к кинотеатру, там, «Палладиум» в Риге, смотрим, там, о, там ничего нету. Вот индийский фильм, там, «Зита и Гита» или «Танцор диско». Пойдем посмотрим. И вот мы шли. И, извиняюсь за выражение, ржали там с первого кадра и до последнего. То есть мы знали, что есть плохое кино, на которое можно просто пойти, посидеть и, ну, извините, поглумиться. Да? Там нас один раз бабушки на танцоре диско чуть палками не забили, когда мама гитару схватила, там ее начала контачить. Ну, не суть. И мы могли простоять там 2 часа в очередь за билетами на «Бельмондо» или на «Клеопатру» с Элизабет Тейлор. Да? То есть вот это все вкладывается в тебя с детства. И кого, в кого это с детства, ну, нельзя забывать о разрыве но поколения. Но сегодня ведь у читателя есть выбор, что покупать? Есть. Есть же люди, которые ходят на концерты Ольги Бузовой. Ну, они есть. Она гениальный проект. То есть ее менеджеру вот можно просто поставить памятник. Он взял из ничего и сделал что-то.
На самом деле, вот, допустим, ну, вот просто взять, вот мы говорим там, вот Запад-Запад. Ну, давайте вот Ольгу Бузову просто глубоким погружением там в английский язык и десантируем ее в те же Штаты. Ну, кем она там будет? Ну, она будет говорить, спасибо, что вы пришли в нашу пиццерию. Она будет нашим оружием. Да, спасибо, что вы пришли в нашу пиццерию, заходите еще, ну, или пиццерию. Вот. То есть, вот, понимаете, вот этот непрофессионализм, это страшно. Когда из него вот уже сооружается какая-то гигантская пирамида, ну, я не знаю, чем это закончится. Михаил, а как вы относитесь к политкорректности, в принципе? Вот, я имею в виду вот, в литературе, в публикации. Толерантности политика. Вот понимаете, в чем дело? Я объясню такую вещь. Я человек эмоциональный, порой вот правда невыдержанный. Но когда я слышу слово политкорректность и толерантность, меня начинает потряхивать легко. Нужно держать себя в рамках. Вот это да. Но мы уже дошли до чего? Посмотрите, что в Фейсбуке творится. Ну, в плане вот, да, вот. Это же, вот соцсети, как ни бери, это отражение реальности. Это слово нельзя употреблять. Это слово, ну, я не буду в эфире эти слова произносить. Они абсолютно, то есть это не инвективная лексика, ничего. Но слова, которые в своих произведениях использовали и Пушкин, и Гоголь, и Достоевский, они под запретом. Я понимаю, что это не наши соцсети и так далее. Но общество выхолащивают. То есть хотят сделать таких вот биороботов чистых. И вот и все. Вот, ну, то есть где-то крепкое словцо, оно не помешает? Если вот брать ненормативную лексику, то в каких-то дозированных, да, скажем так, вот дозировано можно. Но когда это превращается вот уже в песню, то нет. А как вы относитесь к блогерам, да, учитывая, что все-таки некоторые из них очень популярны, и аудитория есть серьезная у них, и они могут влиять на общественное мнение, да, но, к сожалению, зачастую не всегда используют ту же проверенную информацию. Слово само вот это блогер, честно говоря, ну вот что такое блогер, да? Это человек, который пишет, правильно? Это как появились какие-то... Вы себя считаете блогером? Нет. Не считаю. У меня вот есть, да, я есть в соцсетях, там, но я вообще это слово не люблю. Как бы я пишу заметки какие-то, ну вот, да, там, на полях вот там вот этих Facebook. Ну, у вас даже в Ютубе, да, есть несколько аккаунтов. Есть Михаил Шахназаров, а есть псевдоним, напомните как? Эхо. Да, да. Кстати, почему именно этот псевдоним? А там вообще история такая была. Ехал из Москвы в Ригу, и вот остановился кофе купить 500 километров. Я уже отмахал. И думаю, запишу такой шутейный ролик. Вот так помню, направил на себя телефон. Там этот ролик, он лежит в самом начале. И с эстонским таким акцентом я вот это все проговорил. А мне говорят, ну, типа, жил в Эстонии? Я говорю, нет, я в Эстонии жил. И выложил это. И мне ребята говорят, давай, мол, ты же стихи, говорит, пишешь. Давай стихи. И так родился персонаж. Но он был не Иху, а там еще одна буква была. Последняя. И он был не Ибен Палу, а вместо Ибола. И мне сказали тогда уже маркетологи, говорит, Миш, если ты хочешь, чтобы тебя там, ну, как-то двигали там и так далее, то ты как-то буковку И все-таки убери. А имя придумано. А вот эстонцы не обижаются, если употребить тоже не слово, которое вам не нравится, политкорректность? Эстонцы, да, делятся на две категории. Одни меня готовы там зацеловать и сказать спасибо, другие готовы прибить. Ну, допустим, на прошлый финал чемпионата Эстонии по хоккею, там есть такой, да, меня приглашали там в вип-ложу там на финал. То есть вот как, ну, все зависит от чего. Некоторые верят, что я вообще там... Уникальная история была. Мы на одной из передач присутствовали вместе с Кареном Шахназаровым. Вы, кстати, родственники, нет? Нет, мы не родственники. Мы общаемся, мы не родственники. Ну, нет, я могу сказать так, мы наверняка, то есть вот род этот идет из одного местечка в Карабахе, Шуша. То есть наверняка мы родственники, но когда мне задают этот вопрос, я отвечаю честно. И, значит, моему другу в Эстонии, там, президент мотоклуба кого-то, позвонил эстонец чистый и на протяжении там 5 минут говорил, какой сволится этот месяц Ахназаров? Он говорит, почему? Говорит, ты понимаешь, вот они с этим Кареном, это Иху, их прямой родственник, но они ему не дают в Москве никак вот это продвинуться, они его вот... И он вот это только в Ютубе считает. Он говорит, я ржал там, давился, говорит, но я не стал его расстраивать. Говорит. Но он считает, что ты, говорит, вот такой, говорит, эстонец, говорит, да, с помесью. Говорит, вот тебя там зажимают, говорит, Шахназаров.
Бывает, это такое. Кстати, вот все-таки продолжая о социальных сетях, да, у вас там и в Ютубе есть, и Facebook, да, социальные сети, и в Телеграме, да, какие-то проекты... В Телеграме вы... точно нет. Там, нет? Ну, я там пытался канал этот сделать, я не понял, да, Телеграм. Да, там 25 честно. Подписчиков всего, это он, нет, там тоже матерные стишки? Не-не-не-не-не. Это не оно, да? Это не оно, нет. Я пытался, там было... Тысячу, вы вот пробуете, да, ищете ту нишу, которая в большей степени давала бы отдачу аудитории? Ну, дело в том, что сейчас без социальных сетей, если ты вот хочешь стать популярным, я даю концерты, там, устраиваю такие творческие вечера, вот, ну, поэтические, там, миниатюры читаю, вот у меня недавно, 17 числа был концерт. То есть, если ты хочешь, чтобы о тебе знали, о твоем творчестве, чтобы на тебя ходили, знали, что ты пишешь книги, но то без соцсетей все сейчас. Ну, не зря появилась профессия СММщика. И эта профессия просто адски востребована. Найти хорошего СММщика в Москве сейчас – это нереально. Это нереально, даже за хорошие такие серьезные деньги. Михаил, ну в таком случае я проанонсирую аудитории, да, на правах, может, СММщика, что вы дописываете свой новый роман. Роман уверен, что аудитории он понравится. Сейчас переиздание будет «Слева мова, справа серп». Вот в начале декабря будет переиздание уже в новой обложке. Ну, полагаю, он те, кто не читал, обязательно прочтут, а те, кто уже читал, еще раз. Я желаю вам успехов в творчестве. Спасибо, что приехали к нам в Крым. Спасибо вам, у вас очень хорошо. Спасибо. А у нас на этом все. Следующую тему в программе «Вечер лайф» обсудим на следующей неделе в прямом эфире. Не пропустите.